Ну, могу сказать, что мы, в общем-то, столкнулись с очень организованной, такой дисциплинированной, тактически обученной командой. Вот. Если в первом тайме, ну, думаю, что где-то, может, мы имели территориальное преимущество, но до реальных угроз у ворот соперника, в принципе, ничего не доходило. В общем-то, мы практически ничего не создали. Вот, в отличие от хозяев, которого, ну, я считаю, что там два подхода-то были неплохих. Вот. Что касается второго тайма, ну, здесь уже в этом плане у нас не так хорошо получался выход из обороны в атаку. Мы никак не могли, в общем-то, зацепиться за мяч. Вот. Ну и надо отдать должное хозяевам, они, в общем-то, тоже оказывали определенное давление. Вот. Ну а после удаления, в общем-то, стало очень трудно, в общем-то. Вот, и мы практически играли только в обороне, не имея даже возможности выходить в контратаку. Вот. Ну и, в общем-то, надо все равно как бы отдать должное нашим парням. Они, в общем-то, выстояли, смогли сохранить ничейный счет. Вот. Ну а пенальти, это, сами знаете, это уже лотерея. Сергей Васильевич, как оцениваете судейство? Судейство? Ну, я ничего не увидел, будем так говорить. Отсудил, ну, считаю, что довольно-таки профессионально. Настраивались ли как-то по-особенному на кубковый матч, с учетом, что команда наша играет во втором дивизионе? Ну, не могу сказать, что прямо особый настрой у нас какой-то был. Однозначно хотелось как можно дольше пройти, будем так говорить, по кубковой сетке. В общем-то, пример, будем так говорить, в прошлом году того же авангарда Курского. В общем-то, вот там пример, что невозможного ничего нету. Думаю, считаю, что заслуженно победили и доминировали практически с первых минут. Если брать несколько минут первого тайма, то немножко перестраховывались. Потом в целом практически ничего не дали сделать сопернику. Еще раз говорю, заслуженно победили. И вы сами слышали, как нас болельщики гнали, поддерживали. Это в первую очередь. Ребята заслужили своей игрой.